Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Смотрю, это девушка плоскостопия была. Это твоя королевская. Не летит, брат, не расстраивайся. Да я не расстраиваюсь, брат. Просто плачу. О, Аня, там столько людей, я не прыгну, ну нахер. Мама сказала не прыгать туда. Ой, ой-ой-ой. Санечка, снимаешь? Короче. Все, короче, я Clock Tower прыгаю. Clock прыгаю. Как ты начал получать алмазы от разработчиков? Короче, я, короче, сказал, я говорю, самый популярный стример по Free Fire, дайте алмазы, йоу. Конечно же, они не дали. Пришлось плакать. Знаете, разработчики хоть что-то садака. Садака. Вот тогда дали. Опа. Со мной люди. Ма баба. Понял? И снится нам... Да нахрен мне этот гран нужен, брат. И снится нам не Рома, космодрома. Вообще не летит, пацаны, чат. Чё за фигня, у меня вообще не летит. Чё за бред? Вообще какой-то бред происходит. Бред Пит. Кто-нибудь знает Брэда Питта? Реально, бред 2500 человека почти. Почти 2500 человека. Дай-ка вот это возьму. Ну, нормально пойдет. Брэда Питта, знаете, какой-то бред реально происходит. Азам, почти яйцо левое, ну или правое. Твое, что ли? Это ты подойди, почти мое, бля. Пока что никого не вижу. Пока что никого не вижу. Это один, где у нас? Где это? А, у нас делается. Смотри. Эй! Ассаламу алейкум! Все, минус. Минус, пацан. Этот балин был из тех, кто хочет просто жить. Ну, пацаны, не в мою смену. У нас 3 килла пока что есть, это очень хороший результат для начала. Хорошо. Что, у нас вот там все хорошо, мы идем дальше. Попробуем сделать больше киллов. Читы не включились. Включились, братан, как это? Пацаны, мне кажется, мне либо кажется, что тут невидимые рыбы прыгают, или почему звук, как будто что-то тут прыгает и так далее. Спасибо, Мороз, за донат. Почему рыб... Такое ощущение, как будто что тут рыбы чах-чур, волны, не волны, и... а тут просто вода стоит. А нет, она идет только тихо. А почему звук не совпадает тем, что... Блин, звук не совпадает вообще. Ну ладно, окей. Второй вопрос. Второй вопрос теперь разработчикам. Теперь разработчикам второй вопрос. Если вода справа налево идет, вот с той стороны на эту сторону если идет. Дай сказать, идиоты, дайте сказать! Ёб твой рот, блин, ну дайте сказать, да кто там еще?
Бля, они дадут мне сказать? Они мне дадут сказать? Кто там стрелял еще? Бля, придурки, блин. Вот ты где. Вы чё, блин, охренели совсем? Дайте мне сказать, блин, ни один из вас не дает мне сказать, твари! Смотри на этого. Бля, они мне дадут сказать по-братски, скажите мне. Вы мне дадите сказать по-братски, вы мне дадите сказать. Вы мне сказать дадите, они дадут мне сказать. Уй, блин. Ну на чем я остановился? А, все, вспомнил. Пацаны, если вода течет, когда видео на канале будет. Когда видео на канале будут, ты обещал на 2 миллиона подписчиков. Скоро будет, брат, иншаллах. Смотрите, если вода идет справа налево, у меня вопрос, а откуда она выходит? Из-под земли? Вот этот вопрос меня мучает. Она откуда выходит? У тебя есть проблемы с левым чувствительным яйцом? Нету уже, брат, уже нету, брат. После того, как ты спросил, пропали все эти, как его, все моменты пропали, короче, брат. Уже нету, новых проблем нету. Давайте в зону сразу пойдем. Аза как дети, братишка, я лучше буду как дети, но писать буду правильно. Хотя бы. Я и пусть буду как дети, но... Блин, просто на этого смотрю. Вы заколебали меня. Вы с эской, бля, петух, бля. Пойду я куплю что-нибудь, блин, а то у меня вообще, блин, брони нету, ничего нету. Блин, ты лучший, Дмитрий, нет, ты лучший, брат, ты. Как не сработал? Бля, читы же работают, почему не сработал? Я все потерял благодаря этому барану. Хорошо лежит. Мне аж понравилось. Фуй, блин. Вроде нормально летит, нет? Зома, поставьте лайк, подпишитесь на канал, всем приветствую, всем салам алейкум. Вроде нормально летит чат. Как вы думаете, нормально летит у меня? Всем добро пожаловать на стрим, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я чат, конечно, все понимаю, но я не такой отбитый даун, чтобы играть на стриме с читами. Я, конечно, все понимаю, но на стриме играть с читами я же не такой баран.
Почему у меня не летит? За какого ты персонажа играешь? И хорошего тебе стрима. Спасибо огромное за донат. За Камиля играю. Блин, в воде что ли, алё? Я, алло. Бля, он бессмертный что ли? Бля, мне воду надо, да? Бля, я не, у меня же этой фигни нету, которая плывет. У меня стенок тоже нету. Походу я минус, пацаны. Бля, у меня ничего нету, пацаны. Походу я минус, блин. Я против, блин, я против троих остался. Бля, это что за бессмертные были, блин? Че, давайте наберем 3000 лайков по-братски. Кого 3000 человек? 3000 человек лучше. Бля, они на мосту, интересно. Бля, а что мне делать, пацаны, посоветуйте? Опа. Они где-то убили челика. Киргизский брат домой! Салам алейкум всем! Илюха, спасибо огромное за донат, за Камиля играю, брат. Как ты говоришь что-то, Аллах? Ты Саламбек.
Я Аллах, это не значит, что я Аллах. Это значит, о Аллах, придурок. Это мои деньги. Я хотел сказать, сделай обзор на двор на, в твоем доме. В Телеграме. А, в Телеграме? Можно было бы. Всем салам алейкум, всех приветствую, друзья мои. Против дуа. Соло против дуа. Блин, 17 кило, блин. Помощки полные. Ну ничего страшного, брат, я же мужик, брат, я имею свойства. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст, удачи и всем пока-пока.